В Атырау от пневмонии скончалась фельдшер скорой помощи Алмагуль Демисинова. 48-летняя фельдшер коронавирусной бригады скончалась 10 июля от двусторонней пневмонии. Наша съемочная группа встретилась с ее коллегами. Сорокавосьмилетний медицинский работник Алмагуль Демисинова, погибшая от двусторонней пневмонии, родилась в 1972 году в Кызылкугинском районе Атырауской области. В 1994 году окончила Гурьевское медицинское училище. В этом же году начала свою трудовую деятельность на станции скорой помощи в городе Атырау. С тех пор 26 лет проработала в сфере здравоохранения и стала фельдшером высшей категории. Квалифицированный специалист был ценным работником. Она неоднократно награждалась почетными грамотами Управления здравоохранения и областного акимата. Сегодня, 13 июля, в день общенационального траура, на станции скорой помощи специалисты вспоминали жертв коронавируса минутой молчания. Во время пандемии она работала в бригаде, день и ночь не уставая, но я никогда не слышала от нее, чтобы она говорила, что устала от этой работы. Она работала вся, отдаваясь ей. Алмагуль Кайден Кыза была хорошим наставником для молодых ее коллег. Алмагуль апа – это человек, который оказал влияние на мое формирование как специалиста. Многому мы научились у нее. С 1994 года она проработала на службе скорой помощи более 26 лет. Ни разу не оставляла без уважительной причины работу. Мы знаем, что в области не хватает врачей. В последнее время из-за эпидемии увеличилось количество вызовов в станцию скорой помощи. В день поступает около 1300 вызовов и много звонков. Из-за нехватки специалистов бригада выезжает с опозданием. В настоящее время в области на линии работают 42 бригады, из них 25 в городе. С 20 июня увеличились вызовы вдвое. Вызывает, когда повышается температура, задыхаются люди. Поступает большое количество вызовов на номер 103. Работают и врачи, онлайн-консультанты. Однако происходит задержка. Если в день более 1300 вызовов, то звонки поступают еще больше. Раньше было вдвое меньше. Сейчас наблюдается нехватка транспорта. Врачи и фельдшеры болеют, но мы стараемся успеть на вызов. По информации пресс-службы акима области, в настоящее время в медицинских учреждениях региона функционирует 41 автомобиль скорой помощи. Стоит отметить, что сейчас в Атырау при поликлиниках насчитывается 61 мобильная бригада. Они оказывают помощь больным легкой формы коронавирусной инфекции и больным на дому. Салтанат Мурат Кызы, Айымгүл Хайруллина, Куаныш Кудайберген, телеканал Атырау.